И последнее. Центральную Россию в ближайшие ночи ждут первые ощутимые заморозки. Это связано с приходом холодного атмосферного фронта, который принес не только понижение температуры, но и осадки и сильный ветер. Уже сегодня во многих регионах дождь со снегом, а к ночи может подморозить местами до минус 7. Это ниже климатической нормы. На дорогах ожидается гололедица, и не исключено, что такая погода будет до конца недели.